Действующее законодательство обязывает абонентов заключать со специализированной организацией договор о техническом обслуживании газового оборудования. Нет ли нарушений в домах или квартирах, специалисты проверяют ежегодно. Вместе с работниками компании «Газпром газораспределение Чебоксары» на проведение планового техобслуживания отправилась и наша съемочная группа. Обеспечение безопасности газоснабжения – важная задача. Вот почему, несмотря на пандемию, газовики ни на день не приостанавливали проведение техобслуживания внутридомового газового оборудования. На предприятии строгий контроль за соблюдением всех необходимых мер для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. Работа персонала компании организована в соответствии с установленными нормами. Перед выходом на работу все сотрудники проходят температурный контроль. Кроме этого, они обеспечены у нас все медицинскими масками, перчатками, дезинфицирующими средствами для рук. При необходимости, если есть такая необходимость, через медицинские учреждения проводится тестирование за счет средств компании. Нарушение правил пользования газом в быту могут привести к трагическим последствиям, например, к отравлению угарным газом. Слесарь внутридомового газового оборудования Денис Федоров говорит, что наибольшую опасность, пожалуй, представляет оборудование с открытой камерой сгорания. Например, проточные водонагреватели, а также котлы. Когда наступают холода, абоненты пренебрегают требованиям правил и не открывают форточку, когда разжигают это газовое оборудование. В результате тяга в вентиляционных каналах и дымоходах пропадает. Ситуация ухудшается, даже усугубляется в случае, если у абонента при этом эксплуатируется в вентиляционной канале установленный вентилятор в санузле, к примеру, или вытяжка непосредственно над газовой плитой. При этом тяга может в дымоходе и вентканале опрокинуться, и продукты сгорания, к которым относится еще и угарный газ, будут поступать в помещение. Это может привести к несчастным случаям, отравлением, вплоть до летального исхода. Компания «Газпром» газораспределение Чебоксары еще раз напоминает о необходимости обязательного заключения договора на техническое обслуживание газового оборудования со специализированной организацией и своевременного выполнения техобслуживания. Регулярная проверка исправности газовых приборов и своевременный ремонт, проводимый работниками специализированной компании, обеспечат вашу безопасность. Помните, отсутствие договора о техобслуживании влечет за собой приостановление поставки газа абоненту. При появлении запаха следует немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть форточки, окна и двери для проветривания, не допускать открытого огня, не курить, во избежание искрообразования не включать и не выключать электрические приборы и электроосвещение, не пользоваться электрозвонками. Пригласить специалистов для проведения техобслуживания можно по единому многоканальному телефону 8 800 707 97 80.